Пензенская область станет площадкой для проведения международного проекта в рамках перекрестного года музыки «Австрия-Россия». С 7 по 10 ноября в нашем регионе состоится фестиваль «Дни австрийской музыки в Пензе», организованный по инициативе посольства Австрии в Москве. Предстоящий фестиваль – это важное и масштабное международное событие, которое охватит сразу несколько учреждений культуры нашего региона. Программа мероприятий обширна. В регионе планируется очень крупное масштабное международное событие. И с 7 по 10 ноября 2018 года Пенза станет площадкой международного проекта. Этот проект называется «Год музыки Австрии-России-2018». И здесь, в Пензенской области, пройдет фестиваль «Дни австрийской музыки в Пензе». Направлены письма приглашения в адрес посла Австрийской Республики, Российской Федерации. Надеемся на прибытие высоких гостей. Ну и, конечно, самое главное, что будет звучать известная австрийская музыка и обязательно Моцарт. Поэтому для всех любителей классической музыки это будет огромным подарком Пензенской области. Дни австрийской музыки в Пензе стартуют 7 ноября. В 14 часов в Кузнецком музыкальном колледже начнется концерт фортепианной музыки «Вечная классика» при участии лауреатов международных конкурсов пианистов Ильи Кузнецова из Москвы и Александра Губарькова из Пензенского колледжа искусств. В 18 часов уже в Пензе в органном зале филармонии состоится торжественное открытие фестиваля с приглашением представителей австрийского посольства в Москве. Зрители ждет концерт австрийской музыки при участии камерного оркестра Пензенского колледжа искусств и ведущих пензенских исполнителей. А также у нас будут лауреаты международных конкурсов. Это Алексей Герасимов и солистка Мариинского театра Александра Пономарева. 8 ноября в 17 часов в Зеленом зале Пензенской картинной галереи имени Савицкого пройдет вечер современной музыки «Музыкальный мост Австрия-Россия», в ходе которого слушателям представится возможность познакомиться с сочинениями современных пензенских и австрийских композиторов. Помимо того, что мы готовы предоставить экскурсионное обслуживание для всех гостей этого концерта, познакомиться с великолепными шедеврами из коллекции Пензенской картинной галереи, мы также сейчас активно работаем над концепцией небольшой выставки, посвященной этому событию. Мы размышляем на том, представить ли работы современных авторов на тему музыки или обратиться все же к классикам, в том числе к австрийским художникам и собранию Пензенской областной картинной галереи. 9 ноября на базе детской музыкальной школы номер 1 города Пензы пройдет открытый детский исполнительский конкурс-фестиваль классической и современной музыки австрийских композиторов. Детская музыкальная школа номер 1 всегда являлась одной из главных концертных площадок музыкальных города, поэтому для нас большая честь предоставить место проведения для конкурса, детского исполнительского конкурса фестиваля. 9 ноября в 18:30 в органном зале филармонии состоится концерт в исполнении пианистов из Пензы и Москвы. В 17 часов 10 ноября в Большом зале филармонии Дни австрийской музыки в Пензе завершатся гала-концертом. Вообще, вот лично моя мечта была такая, чтобы холодные ноябрьские дни стали для жителей Пензы и области настоящим праздником, ярким событием, чтобы люди ощутили вот эту всю красоту и прелесть взаимодействия наших культур России и Австрии. Приглашаем всех ценителей классической музыки провести Дни австрийской музыки в Пензе вместе с нами.